Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше, тема для вас видео. Правда ли Арестович новый президент? Уже повторяю второй раз, как говорится, это гадание. Что мы здесь видим? Ну, Арестовичу просто нужны деньги сейчас в данный момент, поэтому он готов хоть президентом быть, хоть кем угодно. Плюс им управляет или какая-то религия, или религиозная секта. Продвигает его, так сказать, во власть. Плюс ему нужно срочно отчитаться перед кем-то, может перед Москвой, перед кем-то еще, и срочно выполнить свой план. То есть он такой запасной вариант в Украине, только против Украины. Здесь мы видим, что он четко хочет потом смотаться, нагребсти денег, так сказать, если даже не получит то, что он хочет, потому что его уже это все достало, и он плюс уже не та пешка и не тот человек, который может что-то принести для Украины. Так что он не совсем президент и может даже ими не стать. Всего лишь борется за власть и за деньги. Всем удачи, спасибо, Максим Чу, ставьте лайк, пусть удачи.